считаю, что результат на самом деле закономерный, потому что ну, обе команды играли на победу, а когда обе команды играют на победу, получается ничья. Это как бы всем известно. Насчет соперников могу сказать, что команда очень серьезная. На самом деле я не знаю, почему везде много пишут про команды первой лиги, а про Волну ничего. Хотя ребята вообще очень в порядке. В прошлом году, мне кажется, такая случайность им не помогла выйти в премьер-лигу. По поводу нашей игры. В первом тайме посыпались немного в обороне. Во втором вроде как бы получше стало все, но вот два гола все-таки нам забили. Один немножко курьезный, но все-таки. В целом, скорее, на ваш взгляд, потеряли два очка или приобрели одно? В целом, наверное, да, все-таки потеряли, скорее всего. Потеряли, да. Могли выиграть. Ну, большое спасибо, желаем вам в дальнейшем.